Масштабный проект по ремонту дворов едва стартовал, но уже выявлены первые нестыковки. Журналисты телекомпании «Саратов-24» совместно с общественниками выехали по адресам, где уже начались работы, и обнаружили такие нарушения, которые уже должны были заинтересовать ответственных чиновников. О том, как действовать в таких случаях, поговорим в программе «Прямая речь» сегодня в 20:20. Гости студии – руководители проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин и Николай Гурин.